Доброго дня, шановні друзі, люди, які полюбляють мистецтво, творчість. Сьогодні ми розпочинаємо ряд передач, в яких будемо зустрічатися з відомими, популярними людьми, які своє життя подарували музиці, мистецтву. Чи це пов'язано з самою музикою, чи це з хореографією, чи з художнім мистецтвом, іншими. Ми будемо спілкуватися, слухати один одного. Звичайно, будемо чекати від вас запитань. Можливо, хтось захоче також разом із нами поспілкуватися в ефірах, чи в прямих, чи в запису. Тож, сьогоднішня тема нашої зустрічі – фестивалі. Фестивалі і конкурси. Для чого взагалі ми проводимо і організовуємо фестивалі, конкурси, ці зустрічі, в яких ми зустрічаємось абсолютно з різними видами мистецтва, де відкриваємо нові імена, нові таланти. І сьогодні ми запросили до студії людину, яка постійно надихає на своєю творчістю, своїм мистецтвом, своєю мудрістю. Людину, яка також бачить великий зв'язок між батьками, між дітьми, юним поколінням, між вчителями, які навчають цих дітей, які співпрацюють, спілкуються з вами батьки. Це народний артист України, заслужений діяч мистецтв України Герман Юрченко. Доброго дня, вечора, смотря хто коли смотрить. Спасибо большое за то, что вы предоставили мне слово, Евгений Николаевич. Тема чрезвычайно интересная, потому что мы уже много лет занимаемся фестивалями. Это, я считаю, необходимая отрасль для того, чтобы сохранение духа нации. Я вот так вот понимаю фестиваль. Вообще, что такое фестиваль, должны все абсолютно знать. Тем более ты сказал, что это во многом это наши будут разговоры для родителей, для педагога, для художественных руководителей тех коллективов, которые выступают. Что это не борьба за первое, второе, третье место. Ни в каком случае. Понимаешь? Мы только растем и растем. Чтобы не думали, чтобы вообще отвергли эту вообще мысль, что их ребенок, их исполнитель едет для того, чтобы только получить первое, второе или третье место. Не эта цель. Сам фестиваль – это праздник. Вот я почему всегда говорю, что фестиваль – это, собственно, вот ты говорил о жанрах много, что жанр уже, фестиваль объединяет много жанров. Это фестиваль как праздник. Он так есть и в переводе со словаря «фестиваль» – это праздник. Поэтому сохранить это праздник нужно и выступлениями, и подготовкой, и тем, что человек выступил в таком празднике, в этом объединении всех жанров, в объединении детей, в объединении молодежи и старшего поколения, в объединении членов жюри, организаторов, самих детей, их родителей, художественных руководителей и так далее. Вот это цель. Это задача нашего фестиваля. А то, что он может, этот ребенок, получить там третье, там первое, там второе место. Да, да, действительно, надо стремиться к тому, чтобы быть выше, но для этого надо работать. Для этого то, что мы называем, вот то, что мы на фоне шукаем таланта, это генеральная наша идея. Правильно? Так. Искать таланты. Должен фестиваль, должен. Хотя все дети талантливые, абсолютно, да? Абсолютно. Но самое главное, это с помощью таких талантов дарить радость людям, которые в зале находятся, в зал, которые мы, когда делаем концерты, победителей, и участников этих фестивалей. Вот это цель. Так что я вот так вот это рассматриваю, чтобы лишний раз доказать, что уж в Украине все дети особенно талантливые. Все они поют, все они играют. И таким образом, я думаю, что это своего рода как бы показать, что украинская нация самая... Найталановитішая. Совершенно верно. Якщо можна, я от хотів би от з вами от порадитися, як ви думаєте,
от чи не є фестивалі або конкурси тим взаємозв'язком між учнем, який приходить у клас, вчителем, який підбирає репертуар для цього учня, так? Батьки, які цікавляться цим, і в результаті ці батьки-керівники приїжджають на фестиваль і конкурс, вони сидять, дивляться своїх учнів, вони дивляться учнів інших колег своїх, батьки слухають цих дітей. Чи наскільки це може як педагогічно або культурний розвиток от сприяти цьому всьому? Я розумію тебе, Женя, я як педагог, а це я вважаю, що я взагалі раніше не думав, что это моя профессия в основном. Через любовь к детям, любовь к тому, чтобы видеть их развитие, причем каждодневное развитие. В этом есть тот элемент значения творчества для человека, что человек, занимающий творчеством, он не должен останавливаться. Поэтому, когда ты придумал вот этот фестиваль онлайн, он заставляет ребенка все время к чему-то готовиться, все время расти. Только остановишься в творчестве, это значит, ты намного пойдешь вниз. Зробив кроки назад. А то, что касается родителей, что касается педагогов, вот я сейчас, по прошествии многих лет, я понимаю, что вот ребенок, почему все они талантливые, вот приходят маленькие девочки, маленькие мальчики, очень хорошие, очень воспитанные, вот первый, нулевой класс. Они идут на концерт, первые концерты, одеваются, хорошо играют. Все педагоги довольны, ставят бы хорошие, прекрасные оценки. Родители очень довольны. А потом, извини, проходит где-то несколько лет, 3-4 года, и он уже навешивается часто очень ярлык, что ну, это не его отрасль творчества. Пусть он занимается физикой, может быть, какими-то другими предметами, но вот этот ярлык, и часто очень-очень называют это как бездарный уже ученик, который не может ничего достичь. Значит, надо искать вину уже в самом преподавании. И я часто вспоминаю Кузьму Прудкова, помнишь, я все время об этом говорю, что вещь становится неинтересной не потому, что она неинтересна. Вот, допустим, он играет Баха или Бетховена, занимается музыкой, часто, это неинтересно. И этот ученик, который слышит от родителей, что это неинтересно, от педагога, что он его не увлек этим интересом, и таким образом это просто уже не входит в круг интереса этого ученика, это не привил педагога, и родителя, и родителей, потому что они просят уже играть часто какие-то песни, а уже совершенно не думая, но эта тема, не думая о том, что вот то преподавание, то, вот как, например, хореографии, бальные танцы, народные танцы, сучастные танцы, верно? Да. Но основа-то что считается? Извини меня, что? Классика. Классика. И вот так же пианисты, так же скрипачи, если они не научатся классическому искусству, а здесь заключается язык музыки, язык искусства. И вот, формула мастерства. И вот эта формула, как правильно ты сказал, вот эта формула, если она от тебя отошла, ты отходишь от этого искусства. И это искусство становится тебе неинтересным. Вот, но это, я забегая вперед, я думаю, ты об этом скажешь, что вот мы наметили школу воспитания. Ты помнишь, как мы уроки доброты делали для детей? А это как школа воспитания уже вот для педагогов, для художественных руководителей и особенно для родителей, дети которых учатся искусству. Родитель не должен понимать, что ага, почему? Вот давай его будем учить музыке, он будет ходить в музыкальную школу, чтобы он поменьше был на улице. Вот это уже, если так решается родителям, он никогда не полюбит музыку. Если родители отдают, хоть какими бы ни были, или он инженер, или он врач, или он совершенно какая-то другая профессия, не связанная с искусством, если его ребенок пошел в музыкальную школу, и он не прививает и не вызывает у себя потерявший часто интерес к искусству, в данном случае, если мы говорим о музыке, значит, дело не будет.
А об этом мы будем говорить обязательно в тех вот беседах со многими вокалистами, гитаристами, музыкантами. И мы будем красной нитью это, будем вести этот разговор, что ребенок сам себе поталантливый, занимаясь искусством, значит, тот дом, где он находится больше времени, там должна быть атмосфера искусства. Согласен? 100% согласен. И хочу сказать, что совсем нещодавно, в кінці квітня, мы с вами и с членами жюри из Львова, из Одессы, мали можливість переглядати конкурсні програми, конкурсні номери учасників з усієї України. Це був перший пробний такий проект «Олімп талантів». Так? Це ти маєш в виду онлайн? Так, да, онлайн, да, який ми проводили. От. І вже зовсім незабаром ми будемо, від того, що було дуже багато заявок, які прийшли пізніше, ми їх не могли вже розглянути, ми вирішили провести вже в кінці травня, це 20-22 травня, хочу сказати, буде вже другий відбірковий. Це цікаво, молодцом. Да. Я можу сказати, мені дуже подобається. Я не думав, що мені так подобається вот, видіти цих на екрані исполнителей и участвовать потом в нашей конференции так. Членов жюри. Так. Так? Це... А потом выступить, еще сделать анализ. Я тебе скажу. А ты понимаешь, мы эгоистически поступаем. Да. Я вот этим делом почему полюбил? Я сам расту. Почему? Я говорю, что это, знаешь, как эликсир здоровья. Вот то, что ты проводишь сейчас в условиях карантина, вот этот фестиваль. Потому что я чувствую, что он дает настолько прилив энергии, новых чувств, роста своего, несмотря на свой возраст. Поэтому, прости меня, это гениальная идея. І саме тому ми плануємо ж продовжувати цю лінію, проводити ці конкурси. От. І що я хотів у вас запитати. Я знаю, що і інші наші колеги, і у вас з'явилися декілька порад, наприклад, тому, як зняти відео для конкурсанта, який там, чи він співає, чи він читає. Ой, інтересно, молодець. От, хотілося почути від вас. Ой, какой можливо, вопрос якусь... замечательный. Ты понимаешь, что вот когда мы видели эти часто видеозаписи, вот надо создавать концертную обстановку дома при записи, чтобы было волнение. Да. Потому что я знаю по себе, когда я был маленьким, то родители, абсолютно далекие, казалось бы, от музыки, они заставляли, ну как, предлагали мне садиться за инструмент, одевали меня в хороший костюм, убирали все этих зеленых этих семь слоников, бумаги. Был абсолютно спокойный, чистый рояль. Я садился, они устраивались на диване, включали свет, и я играл. То есть я подсознательно чувствовал, что мое искусство кому-то надо, плюс это волнение, я хотел это играть, важно, чтобы да. это было лучше, как можно лучше, и это привело мне артистизм, сценичность, за что я им всегда благодарен. И я это чувство хочу передать в своих беседах родителям. Поэтому, когда они будут записывать вот эти все номера, они должны создавать такую обстановку, чтобы был красив сам исполнитель, чтобы был свет, чтобы было все то убранство, где на фоне которого он выступает, чтобы это было по-концертному. Верно? Да. То есть таким чином мы створюємо святковий урочистий фон для того, щоб атмосфера, яка ви передаєте як учасники, коли ви знімаєте це відео, щоб вона передалася атмосфера максимально тим, хто буде дивитися ці відео. Чи це будуть дивитися ваші друзі, викладачі, можливо, журі, інші люди, щоб вони це зрозуміли, що саме ви хотіли донести.
А, Женечка, и мне еще что, помнишь, понравилось, что, несмотря на карантин, одну запись сделали в каком-то музее. Это помнишь, было, да? Чудово. Здорово, да. Картины окружают, а сейчас, да, когда уже открытый музей, вполне можно прийти, допустим, в музей Короленко и там снять это выступление ребенка. Это настолько поднимет его в творчестве и в эстрадном в таком продвижении. Ведь артист без сцены не может быть. Поэтому вот такой вот фестиваль онлайн, вот подготовка, это и есть участие, это и есть рост мастерства сценического этого ребенка. Да. До речі, мені буквально вчора дзвонили майбутні учасники, які планують подати заявочку, і вони кажуть, що а от ми хочемо зробити в декількох локаціях композицію. Кажу, ви хочете показати себе, майструєте? Робить свое мастерство. Это очень интересно. Вот что мне и нравится. И дети, да, працюют. И что, чтобы я не забыл, что мне у тебя нравится. Что ты как никто вручаешь дипломы педагогам, художественным руководителям, то есть все, кто готовит этого ребенка. Я даже вот как-то думаю, может быть, тем родителям, которые особенно близки к этому ребенку, тоже, может быть, еще надо подумать. Дякую вам. Що ще хотів з вами порадитися, можливо, сказати. Ми, ну, якби багато проводимо фестивалів, конкурсів, концертів, інших виступів. І от в цьому році, от зараз на карантині, ми розглянули дуже широкий спектр номінацій мистецтв. Тобто, якщо раніше у нас було буквально 2-3 номінації, там вокальне, хореографічне там, і оригінальне, то зараз у нас 6-7 і більше номінацій, в які входить і хореографічне мистецтво, і вокальне мистецтво, і театральне мистецтво, і художнє мистецтво, де є жанри, наприклад, лозоплетіння, так, з глини. Тобто, це надзвичайно так само, як і циркове мистецтво. Тобто, гітаристах надо. А гітаристи, ведь це музичному... цілий клан. Да. Так їм інтересно було б, щоб ми теж оцінили з такими, говорю, членами журі, як, ну, так, і, да, із Одеси, да, із Одеси, артисти філармонії, да, як, да, Шутко, да, блестящий, да, Юрій Скрипач, правда, да? Львовский, да, исполнитель. И вот когда мы все это собираемся и оцениваем, для них бы тоже было бы очень интересно, для гитаристов. Ну, они же будут тогда где-то друг друга... Тем более, что инструментальная номинация, как раз там и есть и струни, и щипкові, и інші инструменты, так само, как и духові, и барабаны. Ну, то есть настолько широкую палитру... Кстати, сейчас вот участвовал, да, барабанщик. Это, да, до речи, это было здорово. Да, это там прекрасно, говорю, он маленький. Как он искал нюансы, да, на этих ударных выявляется инструментах. Барабан, прекрасный. Но у него прекрасный. Вот такому родителю, как у педагог, его родитель, сам музыкант, вот таким родителям надо тоже давать свои дипломы. Обов'язково. Да? Оце ми обов'язково бракуємо і будемо готувати. Тому що дійсно треба оцінювати і підтримувати тих, хто знаходиться в мистецтві, адже, на жаль, як би там не було, а мистецтво завжди залишається позаду інших, якби, ну от, наприклад, ми кажемо, що в першу чергу ми маємо звертати увагу на освіту. Звичайно, освіта дуже важлива. Це нічого проти цього не можу сказати. Але якщо ми не будемо, якщо ми будемо освічені, але безкультурні, якщо в нас не буде культурного розуміння, як послухати красиву музику, так, симфонії, послухати сучасну музику, яка є, наприклад, зараз до цього часу живуть твори, наприклад, АБ, да, живуть Yes Today, правда? Це вже класика. Beatles. Вони перетворилися в класику. Да, это на хоча уровне класичних, да, произведений, які живуть по 100-200 лет. Да. Вот. Тому таке мистецтво, воно має жити і воно має бути поруч із нами в житті, в побуті. Чому і наші фестивалі покликані на те, щоб зустрічатися і збиратися в коло тих, хто любить це мистецтво. Я впевнений, що ті, хто зараз приїжджають на наші конкурси, можливо, не всі будуть музикантами там, чи співаками, чи танцюристами, але зараз їх це тягне, це мистецтво, вони розвиваються. Так, в серці. І це багатство, воно буде надихати, правда?
І таким чином, коли от ми зустрічаємось на конкурсі, ну зараз в карантин, я сподіваюся, ми будемо робити гала-концерти і все одно будемо зустрічатись. Хотілося б все-таки, як ви б сказали, на цінність самих конкурсів, наскільки вони дають поштовх до подальшого розвитку учасників, особливо учасників. От для чого це їм, наприклад, приймати участь? Сказав в отношении так мимоходом гала-концерта. Ведь у нас план какой, как всегда. Угу. Мы отбираем интересных исполнителей. Различные номинации. Абсолютно. Различного жанры, возраста. И потом мы проводим такие проекты, как, например, «В обеймах музыки и танца», которые проводим в тысячном зале «Листопад». Причем как проводим? Днем для детей, школьников, которые не занимаются искусством, чтобы они видели... Боже мой, да их возраста играют так талантливо. А мы подбираем специально такие номера с ними. А вечером уже в компании взрослых исполнителей, мастеров искусств, и когда дети так выступают, для взрослых уже, взрослая аудитория. Кстати, директор Харьковской оперетты мне говорил, что Герман, ты знаешь, говорит, я не представляю. У нас в Харькове это невозможно. Как вы это все делаете? Чтобы вместе с мастерами искусств выступали дети и их слушали так же, как и нас. Знаете, это ваш просто огромный успех. И это делаем мы вот этими фестивалями. Я хочу сказати і ще подякувати вам, що ви, не дивлячись ні на що, все одно продовжуєте працювати. Коли ми спілкуємось з вами, я завжди оцією енергією, яку ви завжди з собою несете, завжди надихаюся не тільки я, і молодь, яка поруч із нами. Ні, ну якщо ми вже заговорили, як еліксир здоров'я, ну я не можу. Для мене це був настільки показательний примір. Ну, я тоже, ну, карантин есть карантин. Что ты не занимаешься, что ты не пишешь, готовишься к лекции, но все равно это же давит на тебя, правильно? Да, да. Но у меня же есть собака. Да, да. И я в 7 утра всегда выхожу и гуляю, и получаю удовольствие. А в этот раз, когда нет людей, то и собака больше у меня гуляет с таким, я чувствую даже удовольствие. Что ж ты думаешь, после нашего фестиваля я был на таком подъеме, и я утром вышел в 7 утра с собакой опять-таки гулять. Насыщенный этой энергией, и идет навстречу мне на работу мой юный друг, кинорежиссер, идет навстречу, такие сумные. А я говорю, что ж, Саша, что случилось? Он говорит, Гермыш, как мне это все уже надоело. У меня все пропало творчество. Я ничего не хочу, депрессия страшная. Я ему говорю, ты кому говоришь? Ты 30-летний, 80-летнему старику, дедушке это говоришь? И когда я завел его, он за одну секунду, он был другой. Спасибо, Герман Юрьевич, я совершенно с другим настроением бегу уже на работу. Вот что делает искусство. Мне кажется, и недаром сейчас вот выступает на балконах, выступает на крышах, и люди выходят на балкон и слушают. На меня произвело впечатление, что один из пианистов поехал в зону, где находятся слоны. Он установил инструмент, и, представляешь, стал им играть. И он почувствовал, что слоны, которые больные, которые слепые, они идут на музыку и в такт музыки качаются. Слонам это необходимо. Что уж говорить о человеке. Слоны больные музыку так воспринимают. И он это делает регулярно. Вот почему нужны наши регулярные беседы. Абсолютно верно. Ну, и хочу сказать, что эти беседы, я уверен, что будут еще продолжаться. І зустрічатись ми будемо досить таки часто.
І перш ніж ми будемо закінчувати нашу сьогоднішню з вами зустріч, все-таки хотів нагадати. Наша сьогоднішня зустріч дуже була активна. Я думаю, що вона була цікава всім, хто нас слухав. І я впевнений, що ми будемо з вами ще зустрічатися, адже тем дуже багато і про мистецтво, і мистецтво як місце для відпочинку, і мистецтво як місце для розвитку особистості кожної людини. Буде багато цікавого. Так. І хочу нагадати, що 20-22 травня буде проходити, відбуватися другий конкурс, відкритий регіональний онлайн-конкурс «Олімп талантів». Тож, заявки ми ще поки що приймаємо. Хто ще не встиг подати заявку або відзняти своє відео, чекаємо. Телефонуйте на наші телефони 067-337-8468 або 095-033-8034. Обов'язково дамо вам поради, як що треба зробити. І знову ж таки, не зволікайте, ми чекаємо кожного. Чи ви співаєте, чи ви вмієте показувати фокуси, чи можливо ви танцюєте. Естрадна пісня, академічна пісня. Якщо ви граєте на інструментах, yeah. Так само це дуже цікаво, тим більше, якщо ви зайдете подивитись умови участі конкурсу. Кстати, пам'ятаєш, мальчик или дівчинка, зараз не пам'ятаю, представила образотворче мистецтво, жанр. Дуже було цікаво. Да, дві своїх роботи. И они стали как бы эпиграфом ко всему фестивалю. Эта девочка нарисовала очень интересный такой сюрреалистический. Одну картину, что мы все обсуждали, это было очень интересно, у каждого было свое мнение, образ. А вторая была картина балерина, девочка, да, танцующая. Это как символ нашего фестиваля. И я хочу сказать, что мы все члены жюри очень будем трогательно, очень любя относиться к каждому исполнителю, чтобы у него осталась вот та доброта, которая несет наше искусство. Тож, члени жюри вже чекають на ваші роботи, шановні учасники, конкурсанти. Ми чекаємо і художників, і вокалістів, і танцорів. Ми всіх вас чекаємо 20-22 травня на конкурсі «Олімп талантів». Номінації «Олімп талантів» надзвичайно широкі, тож чекаємо вас. І до нової зустрічі. Всього доброго. Наші контакти 095-033-8034-067-337-8468. Можете телефонувати, писати в Вайбері. Обов'язково будемо знаходити час, щоб вам відповісти і порадити, як зробити ту чи іншу роботу. Чи це відзняти відео, чи направити анкету-заявку для участі в конкурсі. Знову ж таки, хочу нагадати, конкурс буде проходити 20-22 травня на сторінці Facebook. Сторінка – це Полтавське обласне відділення Національної всеукраїнської музичної спілки.